Всех приветствую у нас на канале. У меня мороженое брокколи, которое уже немножечко оттаяло. Я к ней добавляю соль и кипяток. И в кипятке она у меня будет минуту, может быть, две. А потом я ее солью. Если у вас брокколи свежая, то, в принципе, ее тоже следует проварить, пока она не станет вот такого ярко-зеленого окраса. А потом слить, чтобы ее не переваривать. Пока брокколи остывает, нарежем чеснок. В принципе, если вы хотите, можете продавить его через пресс. Я его порублю. Также возьмем небольшой кусочек корня имбиря и тоже его измельчим. Хотите, потрите на терке, хотите, порубите. Теперь возьмем мед, добавим к чесноку и имбирю. У меня мед финиковый, поэтому он более темный, но сюда подойдет абсолютно любой мед. А также соевый соус. Хорошо перемешиваем. И теперь эту смесь будем делить пополам. Ну, хотя бы приблизительно. Я не очень точна. Ну вот, как-то так. В одной части мы замаринуем креветки. Минимум минут на 10. И можно оставить их на более долгое время, если хотите, но тогда уберите их в холодильник. Наливаем масло в сковороду, нагреваем и обжариваем креветки примерно по минуте, наверное, с каждой стороны. Ну, в принципе, вы увидите, они поменяют свой цвет на красный. Креветки очень важно не передержать. Добавляем соус и маринад. Все перемешиваем. Сюда добавляем брокколи. Снова перемешиваем. И выключаем огонь. Выкладываем на блюдо, в котором будем подавать. И если хотите, можете украсить кунжутом. Можно белым, можно черным. Зависит от того, любите ли вы его или нет. Спасибо, что сегодня смотрели это видео и готовили вместе со мной. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайк. Приятного аппетита!